Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании ProLight на цоколь H27 с температурой свечения 4300 кельвинов. Серия ProLight Ceramic with Blue. Поставляется в фирменной упаковке данный комплект ламп. В комплекте находятся две ксеноновые лампы. Лампы защищены пластиковыми колпачками для того, чтобы не повредились при транспортировке. Подключаются лампы на питание 12 вольт с помощью стандартных проводов подключений. К блоку розжига идет 3 разъема. Два, которые поменьше, идут стандартом CAT. Есть еще стандарт разъемов AMP. Это желательно знать при замене и выборе ламп. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы сейчас подключим к блоку розжига. Подключение абсолютно стандартное, подключаются между собой 3 разъема. Разъемы индивидуальные, перепутать не получится. Таким образом, лампа у нас готова к подключению питания. Сейчас подключим 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт, лампа загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Как правило, ксеноновые лампы всегда очень ярко отсвечивают, поэтому обязательно после установки любых ксеноновых ламп в автомобиль нужно выставить правильную светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. В данном комплекте заявлена цветовая температура 4300 кельвинов. Как мы видим, она такая и есть, с желтым оттенком световой поток. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.